Юго-Осетинском государственном университете состоялся концерт Государственного оркестра народных инструментов «Айзелт» под руководством заслуженного артиста Республики Южная Осетия, дирижера Нины Валиевой. Концерт прошел при полном аншлаге. Репертуар коллектива разнообразный. Звучали и национальные мелодии, и произведения зарубежных композиторов. Созданное Ниной Валиевой произведение «В горах» номинировано на премию Костахи Тагурова. Члены комиссии по государственным наградам присутствовали на концерте. Это было своего рода показательное выступление. Кроме того, Айзелт исполнил и другие произведения Нины Валиевой. Репертуар музыкантов из года в год становится богаче. Благодаря кропотливой работе коллектива зазвучали новые инструменты – скрипка, бас-гитара и ударные. Произведения, создаваемые при их участии, звучат с большей силой. Такая аранжировка вдыхает в излюбленные национальные мотивы дух современности. В концерте также приняли участие Инал Алборов, Суслан Хасьев и Марина Докузова. Слово было предоставлено ректору ЮОГУ Вадиму Тадееву. Он отметил, что подписал контракт с Ниной Валиевой. Согласно контракту, руководитель оркестра передает все права на свои музыкальные произведения университетскому телевидению для использования в своих проектах. У нас была проблема, когда мы вышли уже на цифровой формат вещания, то у нас была проблема, там нам сказали прямо, что те мелодии, которые мы будем использовать в заставках, вообще в наших телевизионных материалах, чтобы у нас на них, на всех были авторские. В завершении концерта Нина Валиева выразила слова благодарности всем присутствующим. Марьяна Чочиева, Александр Кукоев. Информационный выпуск «Сегодня».